Привет, ребята, с вами, как всегда, я просто Вок, и сегодня мы решили немного разнообразить контент, так как некоторым ребятам надоела игрушка Brawl Stars, конкретно причем, и мы сегодня будем лепить скального Дрейка из игры Ark Survival Evolved. Вот он так выглядит. Мы будем лепить из разных игр теперь персонажей или как-то динозавров каких-то. Если что, Ark Survival Evolved — это такая игра, где надо выживать в суровом мире динозавров. Ну, мы приступаем к телу. Мы сейчас будем лепить тело Дрейка. Начнем мы с верхней части. Тело у нас получается Дрейка. Мы не можем сделать всю полную детализацию, потому что она для нас слишком сложна. Но мы переходим к ногам или к лапам Дрейка. Ребята, мы закончили с лапами. Это передние лапы. Вот это сзади небольшие. Но мы захотели сделать свою раскраску, так как в игре присутствует много различных окрасок Дрейка, как зеленые, желтые, синие и так далее. Так что мы делали. А мы приступаем сейчас, доделываем хвост, здесь его перья, и голову, получается, нам осталось только сделать. Потом все скрепить, и все, финальный аккорд, так можно сказать. И две части головы у нас получились. Сейчас будем совмещать все части тела Дрейка. Но вот такой вот получился у нас Дрейк в итоге. Вот как он выглядит. Ну, сейчас мы все вам покажем вблизи и в качестве. Моделек, фигурок, чтобы мы слепили из арка, то ставьте лайки, набираем, давайте, 12 лайков, и мы лепим еще кого-то, любого. Пишите в комментариях под этим видео, кого нам еще слепить, из любой игры мы найдем в интернете и слепим его. Набираем 12 лайков, и я в комментариях выбираю самую лучшую идею, кого слепить. Пишите обязательно. Ставьте лайки. С вами был просто Волк. Спасибо за просмотр. Всем пока.